Два концерта Чайковского на одной сцене, а дирижерский пульт поделили отец и сын Василий и Арсений Шкапцовы. Молодой дирижер учится в Швейцарии, он профессиональный музыкант, но решил продолжить династию и теперь получает образование уже на дирижерском факультете. В рамках традиционного проекта «Молодые дарования Орловщины» младший Шкапцов на время потеснил на сцене старшего. Эва Стасюлевич пообщалась с музыкантами разных поколений. Знакомая всем мелодия полонеза из оперы Евгения Онегина на этом вечере стала визиткой молодого дирижера. Арсений Шкапцов впервые вышел на сцену в этом качестве в Орле у себя на родине. Руководить оркестром, где многие музыканты знают его еще с детства, и в котором он сам когда-то играл на фаготе, и легко, и сложно. Оркестр отца, я тут играл как фаготист, как солист, и все меня знают уже там, с пеленок практически. И поначалу было волнительно так становиться за пультом. Ну, потом так потихонечку оркестр меня хорошо принял и хорошо поработали. И если сын за отца не отвечает, то отец за сына как раз наоборот. Поэтому Василий Шкапцов волновался за двоих. И коль согласно поговорке «сын дирижера – дирижер», то неизвестно, для кого это выступление важнее и ответственнее. Это его личный выбор. Мы его не заставляли. Но вот он почувствовал, что он как бы из инструменталиста перерос уже как бы на более высокую ступеньку. И ступенька – это дирижерский пульт. Можно сказать, что Шкапцов-младший в себе уверен, более эмоционален, чем отец. Да и музыка, а это второй концерт Чайковского для фортепиано с оркестром, написанная с большим виртуозным размахом, вполне позволяет развернуться дирижерскому таланту. Очень вырос, и нам так отрадно вспоминать его маленького, потом средненького, потом большого уже. Он великолепно играет на фаготе, он уже европейскую имеет известность. Он занимается активно дирижированием и композицией. Я думаю, что еще год, два, три – и мы полновесно будем, ну, гордиться не то слово, но испытывать большую радость и за эту музыкальную семью, и гордиться родителями этого Арсения. В концерте также принял участие молодой московский пианист Никита Галактионов. Он лауреат международных и российских конкурсов с хорошим багажом и вдумчивым, серьезным исполнением музыки Чайковского, к которому у пианиста особое отношение. Складывается ощущение, когда играешь, что у него было так много за душой, что эта самая душа это просто в себе не могла вместить. Я думаю, в том числе и с этим связано было то, что он писал, поскольку он хотел этим поделиться с людьми. Для двух молодых музыкантов этим выступлением в Орле начинается большое турне. С исполнением этой же программы они дадут серию концертов в Швейцарии и еще нескольких европейских странах. Эва Стасюлевич, Сергей Дьяконов, «Вести», «Орел».